Основной и самый важный на сегодняшний день вопрос повестки – профилактические меры по борьбе с вирусной инфекцией. В Одинцовском округе, как и по всему Подмосковью, введены беспрецедентные меры профилактики, самые простые – соблюдение гигиены. Всем гражданам нужно запомнить два ключевых действия, которые помогают остановить распространение. Первое – это соблюдение норм гигиены, в первую очередь частое и тщательное мытье рук, обработка поверхности, которые вы часто трогаете. И второе – это минимизация внешних контактов. По возможности старайтесь избегать массовых мероприятий, не ездить на общественном транспорте в час пик, воздержаться от больших собраний, встреч друзей и одноклассников. Также специалисты рекомендуют воздержаться от посещения мест скопления большого количества людей и крупных торговых центров. Все необходимые товары можно закупить в плановом порядке, в том числе через интернет. Дефицита товаров массового потребления в округе нет. Администрация продолжает оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию в магазинах. Основная задача, считает глава, не допустить спекуляции, как информационной, так и продовольственной. Нужно вовремя и ярко, и четко эту информацию докладывать на уровень нашего министра сельского хозяйства Андрея Разина, который, соответственно, будет по своим каналам связи информировать и губернатора, и правительство России. Да, потому что это уже такая будет системная проблема со всех регионов, которая, собственно, потребует определенного вмешательства уже федеральных ведомств. С 23 марта в школах отменены занятия. Дезинфекция проводится на территории округа повсеместно, как на общественном транспорте, так и в местах общего пользования, а также в многоквартирных домах. По всем вопросам, связанных с коронавирусной инфекцией в Подмосковье, можно обратиться на горячую линию 8 800 550 50 30. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».